Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя заканчивается, впереди долгожданные выходные. Как провести их насыщенно и интересно, расскажу прямо сейчас. Летающие танки – так советские летчики называли штурмовик Ил-2, который выпускался в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Именно этой крылатой машине и людям, которые ее собирали, посвящена фото-выставка, открывшаяся на площади Славы. В экспозиции представлены около 100 снимков, рассказывающих об истории создания легендарного боевого самолета. Выставка будет работать до 10 ноября. Вы любите читать, говорить о литературе, а порой и спорить? Если да, то вам наверняка будет интересно оказаться в кругу единомышленников. Самарский литературный музей имени Максима Горького приглашает всех желающих на встречи литературного клуба «Полюса». Здесь обсуждают отечественную и зарубежную литературу, от классики до современных текстов. Ближайшая встреча состоится в субботу, 15 октября в 14:00. Приходите делиться своими мыслями о прочитанном и говорить о литературе с интересом и азартом. Театр позволяет нам не только прикоснуться к прекрасному, но и дает мощный заряд положительных эмоций и расширяет кругозор. А на этих выходных в театре «Самарская площадь» показывают классику «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Поэтому идти нужно обязательно. 15 октября, суббота, начало спектакля в 18:00. Если вы проявляете интерес к изучению иностранных языков и любите читать, тогда в воскресенье вам стоит заглянуть в библиотеку номер 5. Здесь пройдет лингва-лаборатория по роману Дина Буцати «Татарская пустыня» в рамках проекта «Libro. Итальянская литература». Роман написан в 1940 году и стал мировым бестселлером. Слушатели узнают об интересных фактах, смогут попробовать свои силы в переводе фрагмента текста, погрузиться в мир переживаний молодого офицера Джованни Дрога, ощутить глубину философского высказывания автора вне времени и географического пространства. Приглашаю всех желающих, независимо от знания итальянского языка. 16 октября в 11:30. Вход свободный. В детской картинной галерее открывается уже ставшая традиционной выставка «Премьера». Это рисунки, керамика, коллажи и макеты, выполненные детьми в мастерских детской картинной галереи. Художникам, чьи работы представлены на выставке, от 5 до 17 лет. В их поделках можно увидеть, как они учатся работать с цветом, формой, пространством, материалами, как решают художественные задачи и постепенно осваивают мастерство. Открытие выставки состоится в пятницу, 14 октября. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.